Тише, тише. Подай. Фу. Фу. А кто, ты стрелял, да, Серёж? Ну, попал я, кажется. Знаешь, что перестало пить? Нам было лад. Начало софт, понял, мокрый. Полностью залипла все грязью. И в неї вони отакі розчепи. І вона не хоче ходити. Я її з машини, вона отак. На трьох. А воно так з пальця позабивало і між кучечками, бля. Я впав на херене лапки розтоюю. Це бретон. Бретончик. Безхвоста собака. Вона не купірована. Не її рождається така. Родила за нього таке. І ляга, бачиш, вона. Там не все таке. Ні, це тільки курцгари. Вот так вот и завершилась наша охота по перепелу. Это была крайняя охота на перепелку. Прошли мы два кормовых поля, прошли балку, прошли посадку в надежде поднять или хотя бы увидеть голубя либо же вяхеря. Ничего не было нигде. На первом кормовом поле было поднято три перепелочки, взяли мы их, ну и все, это такое впечатление, что это были последние уже три перепелки. Больше по перепелу в этом году охот уже не будет, во всяком случае я уже выезжать на перепелку не буду, потому как уже ясно и понятно, что ее нету, что она уже улетела. Может быть, что-то и осталось, какие-то единицы, но это уже не та охота. Будем переключаться на охоту по водоплавающей дичи, по утке. Буду вас радовать роликами охота на утку уже по перепелке. Повторюсь, это была уже крайняя охота. Даже не могу сказать, что порадовала работа собак, потому как на собак грешить не надо было. Ну, не было перепелки уже. Ждите следующих роликов по охоте на водоплавающую дичь. Буду снимать, буду выкладывать, радовать вас. На этом все. Всем удачи, всем пока. До новых роликов.